Народ, всем привет! Вы на моем канале Луна, и сегодня я решила вам рассказать про свои морские beauty must-have. Все, что мне обязательно нужно с собой в поездке на море. Я постаралась минимализировать, на самом деле, свой список, и в последнем своем путешествии также постаралась сократить свои требования к косметическим и уходовым продуктам. Поэтому покажу, без чего мне вот прям вот сложно обойтись в поездке на море. И начну с того, что практически постоянно наращиваю ресницы. Утром и после пляжа всегда себя чувствую симпатичной. Я хожу уже больше 3 лет в одну и ту же студию, она называется Beauty Balance. Он очень плавный и мягкий. Есть изгиб D с эффектом завивки. И наращиваю ресницы у топ-мастера Анны. Следующая моя необходимость – это ухоженные ногти на ногах и руках. Правда, в последнее время я вообще не делаю шеллак. Даю ногтям отдохнуть от геля. Я, в принципе, люблю, когда все разложено по полочкам, не по полочкам, а по сумочкам, когда все лежит там, где должно лежать, когда у всего есть свое место. Поэтому у меня имеется одна большая сумка, называется «Большой смурфик», для того, чтобы положить сюда уходовую косметику, шампуни, крема. Есть косметичка, которую я использую для декоративной косметики. Вот такая вот с переливающейся водой от бренда Kiko. И третья косметичка, у меня их несколько, но вот последняя моя любимая, которую я использую для того, чтобы положить с собой в портфельчик. Здесь все самое необходимое, что мне может понадобиться в самолете или в поезде. Должна сказать, что на море я стараюсь пользоваться практически только органической косметикой, которая этичная, которая не тестируется на животных. Но, к сожалению, не все бренды подходит под все эти критерии, но я стараюсь. И, пожалуй, я начну свой рассказ про самую маленькую косметичку, про дорожную. Что я люблю в нее положить, что мне нравится, когда у меня есть под рукой, с собой в самолете. Ну, во-первых, это вот такой вот карандаш от бренда Mary Kay. Вы наверняка его видели во многих моих видео, я его очень люблю. И, к сожалению, он не этичный и не органический. Пока замена ему не нашла. Но, в общем, он всегда лежит в каждой моей косметичке. Зеркальце любое. Также я люблю, когда у меня с собой в дороге есть термальная вода. Вы понимаете, что водичка может быть строго до 100 мл в ручной кладе в самолете. Бренд в данном случае для меня не принципиален. Что знатоки рекомендуют делать в самолете? Конечно, лучше всего спать. Если заснуть не получилось, то периодически за время полета желательно вставать, пользоваться термальной водой. Конечно, не рекомендуется есть, но рекомендуют пить много воды. Патчи под глаза. Мне нравится эта фирма. В свое время мне порекомендовали девочки из группы Серебро. Прям супер крутые. Вот такой вот ролик. Вы легко можно брать с собой в салон самолета, и когда нужно, им воспользоваться. Потрясающе. Органическая, супер классная косметика. И последняя вещь, которая всегда есть в моей маленькой сумочке с собой, это, конечно, не бьюти-продукт, но я просто без этой вещи не могу. Это простая нить для зубов. Переходим дальше. Начну, пожалуй, с гигиенической помады. Для меня это лучшая гигиеничка, которую я пробовала за всю свою жизнь. Вот такой вот бренд Веледа, пахнет медом, классно увлажняет. Эту помаду я очень люблю. Когда я на море, я стараюсь практически не пользоваться тональником. Но, к сожалению, у меня на лице есть такие места, около носа и весь нос, и щечки, где имеются сосуды и просто покраснение. Поэтому консилер у меня есть всегда с собой. Он от органического бренда ZAO, французская косметика. Мне он очень нравится. И чуть-чуть я его использую вот так вот, хоп-хоп-хоп, вокруг носа, на носик, растушевала, и все очень красиво. Конечно, в те дни, когда я не планирую фотографироваться и когда меня особо никто не видит, я им не пользуюсь, поэтому спокойно загораю. Но в другие дни, когда я хочу точно выглядеть нормально, я его использую. Помимо этого, на море я использую вот такие вот румяна. Буквально чуть-чуть наношу и уже выгляжу классно. Если мы говорим про какую-то вечеринку на море, когда хочется блестеть, сверкать и выглядеть просто персик, то у бренда Lime Crime не так давно появилась вот такая вот палетка опалового хайлайтера. Здесь 3 цвета. Просто волшебная тема. Lime Crime не тестирует свою косметику на животных. Пожалуй, первое место из всей их косметики в моем списке занимает вот эта вот палетка хайлайтеров. Они просто бомбические, реально.
Ну и наверняка вам будет интересно узнать, какими же кремами я пользуюсь на море. Поэтому переходим к большому смурфику. Начну с маски для лица. Я никогда раньше не пробовала эту маску. Мне на самом деле подарили ее в ЦУМе за покупку другой косметики. Очень классные, увлажняющие, освежающие. Прям реально рекомендую. Вот так называется. Далее хочу рассказать вам про свои любимые солнцезащитные крема. Опять этот бренд Акварель. У него самый потрясающий запах вообще из всех, которые я пробовала. Пахнет франджипани, перемешанный с какой-то свежестью. И очень классно сочетается вот с этими духами. Мой любимый тандем. Уу, какое потрясающее солнце вышло. Вы совершенно точно не найдете этот бренд в обычных масс-маркет бьюти магазинах, поэтому я сразу вас направляю в единственный бутик в Москве. Вот так вот он пишется. Читается Бьоска. Где вы 100% найдете эту невероятную органическую, этичную косметику и еще несколько других брендов. И когда я позагорала, когда мне хочется после душа воспользоваться каким-то увлажняющим кремом, я пользуюсь этим же брендом, освежающим лосьоном после загара. Если же я уже перешла вот этот вот порог сгорания и хочу просто дальше плавно превращаться в шоколадку, я пользуюсь кокосовыми маслами. Помимо кокосового масла я пользуюсь таким вот акселератором. Очень приятный, тоже кокосовый, итальянский бренд. Помогает тебе загореть быстрее. Что касается дневного ухода, то я пользуюсь вот этим брендом Ultraceuticals SPF 50. Для того, чтобы кожа лица медленнее старела и я дольше оставалась молодой. Честно признаюсь, единственный минус лично для меня, который есть у этого крема, мне не нравится его запах. Не буду говорить, с чем ассоциируется, но в остальном... Крем отличный, и мне рекомендовал его мой косметолог-дерматолог. Также очень круто, что у этого бренда Ultraceuticals есть маленькие мини-версии, которые очень удобно брать в дорожную косметичку. В качестве ночного ухода я использую вот такой вот крем Cartier, французский бренд. Он пахнет безумно приятно миндалем, смешанным с хлопком. И поскольку иногда на море я крашусь, все это люблю смывать... Вот таким вот масляным мейкап-ремувером, тоже от фирмы Ultraceuticals. Это австралийский бренд, который не тестирует свою продукцию на животных. И после этого люблю использовать мицеллярную воду. Бренд мне, в принципе, не принципиален, но последний, которым я пользовалась, был вот такой вот от фирмы Cartier. Лосьон мицеллярный очищающий. Мне понравилось. И удобная маленькая баночка 50 мл. Ну и, конечно, у меня есть разные средства, которые невозможно потащить с собой, они очень большие. И что я делаю? Я просто практически всегда переливаю все в маленькие баночки. То есть, например, вот это вот масляное средство для снятия макияжа глаз я переливаю в маленькую баночку. Точно так же происходит и с остальными кремами, шампунями, гелями для душа и так далее. Поэтому очень рекомендую обзавестись такими баночками, если у вас до сих пор их нет. И завершить свой сегодняшний рассказ я хочу средствами, когда вы сгорели. Конечно, хорошо помогает сок алоэ. И также хорошо помогает вот такой чудесный крем Элизабет Арден. 8-hour cream. 8-часовой крем, очень жирный. После него тебе гораздо легче. Его можно наносить и на лицо, и на какие-то другие места. От ожогов, от какой-то суперсухости. В общем, прям крем-спаситель. Ну что же, вот я и закончила сегодняшний рассказ про свои beauty must-have на море. Если у вас появились какие-то вопросы, оставляйте их внизу в комментариях. Ссылку на бутик органической косметики Бьоска я оставляю внизу. Пишите, и до новых встреч. Пока!